Занять товарищеское 34, телефон 8-951-061-6540. Они в пакете уже отправляются нам, и вы подходим к котлам. Где-то порядка 2-3 дня мы только вот за этим печником ходим. На долгие хождения при подключении газа сегодня пожаловался малый бизнес. Как говорят, при таком подходе их дело ежегодно встает. Практически неделю мы не выполняем своих обязанностей, свои функции предпринимателя. И самое интересное, что все это ради пуска газового котла, такого же, как обычного, который стоит в обычных домах и квартирах. Рустам Миниханов отметил, эту процедуру нужно упростить. Может быть, там синхронизировать надо, чтобы вся работа была в электронном виде, не снижая вопросы безопасности, упростит жизнь наших предпринимателей. Это поручение он адресовал газовикам и Пошнадзору. Еще одна процедура, которую нужно упростить – передача бесхозных сельхозземель и объектов новым владельцам. Как это сделать быстро, сейчас не до конца понятно. В общем, осталось, деньги вложили, но процедура оформления осталась сложной и невыполнимой. Значит, это бесхозные вещи, которые разрушены, там и крысы, и все. Значит, если есть люди, которые готовы взять, надо найти законный путь, как это сделать государство, на меня отдать. Мы же не ставим задачу заработать деньги. Мы ставим задачу их узаконить и дать этим людям. Пойти сразу двумя путями Рустам Миниханов поручил в вопросе нехватки кадров для бизнеса. Во-первых, нужно создать более совершенную базу данных, во-вторых, больше заниматься подготовкой специалистов. Друг у друга людей перетаскивать, это не очень. Когда у нас будет количество специалистов достаточно каждый год, мы будем готовить, значит, этого безобразия будет поменьше. Также президент сегодня представили рейтинг деловой активности в муниципалитетах. По Татарстану она снизилась на 0,2%. В лидерах рейтинга Сарманова, Балтаси-Тюлючи. В аутсайдерах Отня, Апастово, Лениногорск. Президент поручил сделать более глубокий анализ, чтобы видеть, как меняется число рабочих мест и производительность труда. Дмитрий Аринин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Смотрите все новости дня, программы и фильмы в наилучшем качестве на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.